На базе школы номер 6 состоялось открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи. По словам методиста детского дома творчества Ольги Мусанабиевой, это важное событие для города, так как школа номер 6 является первооткрывателем данной организации. Российское движение детей и молодежи вновь созданное, подписан приказ Путина Владимира Владимировича о создании этой организации. Поэтому, конечно же, она призвана воспитывать патриотов, граждан России, чтобы они были постоянно в каком-то действии, чтобы не сидели в своих телефонах, а участвовали в разных акциях, проектах. Поэтому пользы очень много. Мероприятие началось с торжественного приветствия от воспитанников и гимна Российской Федерации. Дети рассказали о деятельности движения первых и результатах за прошлый год. Ученица 9 класса школы номер 6 Бариат Хаджипашаева рассказала о своем участии в первом съезде российского движения детей и молодежи. Будучи представителем направления медиа и коммуникации, я посетила главный штаб ВК, где нам провели экскурсию по всей компании. Также я была в Международном пресс-центре «Россия сегодня», где взяла интервью у выдающихся журналистов нашей страны. А вообще, самое главное, ребят, главное, что я провела время с пользой и получала удовольствие от того, что делаю. Почетным гостем на открытии первичного отделения была советник главы Республики Дагестан Людмила Саидова, которая, в свою очередь, рассказала о основных направлениях движения первых и похвалила каспичан за активное участие в различных конкурсах. Ваша школа – это отдельная моя любовь. Честное слово, я не знаю, это, наверное, от того, что у вас самая лучшая команда здесь. Я думаю, что сейчас должны прозвучать аплодисменты. Ваша школа будет лучшей в новом движении. Завершилось мероприятие концертной программой от воспитанников начальных классов школы номер 6. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».